Приходит девушка к врачу и жалуется: «Доктор, у меня очень маленькая грудь, я не знаю, что с этим делать. Все народные средства перепробовала. Помогите, пожалуйста». Доктор: «Да не расстраивайтесь, все будет прекрасно, без всякого хирургического вмешательства. Скажите, пожалуйста, какая ваша самая любимая песня?» «Доктор, ветер с моря дул». «Вот и замечательно. Каждый день в 19:00 оголяете грудь, оттягиваете ее и 15 минут поете свою любимую песню. Запомнили?» «Да, доктор, запомнила». Через неделю девушка увидела улучшение. В один прекрасный момент она задержалась на работе, и ей пришлось вызывать такси. Едут они, значит, и попадают в пробку. Девушка смотрит на время, а время 19:00. Она срывает с себя одежду. Таксист смотрит и говорит: «А что, 19:00? Девушка: «Да, 19:00. Он срывает с себя штаны, оттягивает конец и поет: «Комбат, батяня, батяня, комбат».